нацатый раз. Почему нацатый? Потому что, ну, который не помню, посчитать можно по видеороликам. Но, тем не менее, это где-то 18-19, а может уже и за 20 перевалило, потому что мы приезжаем сюда отдыхать 2-3 раза в год. Вот. Почему любим приезжать? Потому что, ну, место на самом деле хорошее, и самое главное, что в нем вода из минеральных источников, из горных минеральных источников. Вот горы вы можете видеть там сзади, горы вы можете видеть вот там впереди, или наоборот впереди и сзади, это не важно. Вот. В общем, вода здесь полезная. Почему рассказываю? Потому что хочу поделиться с теми, кто живет в Америке, в Калифорнии. Да и не в Калифорнии, сюда люди даже из Европы приезжают. Вы можете приехать, воспользоваться этим интересным местом, отдохнуть здесь. Вот. А тем, кто живет по ту сторону океана, возможно, в принципе, увидеть какие-то интересные новые места. Я хочу немножко показать вам, как выглядит отель. На территории отеля есть несколько магазинчиков. Магазинчик один с ювелирными изделиями, натуральными маслами, кремами, мылами, сделанными косметическими специальными. Вот мы входим в отель. С этой стороны фронт-деск вы видите. Вот, и здесь вот такой спа будет. Пройдем немножко дальше по отелю. Фронт-деск. Тут регистрируются люди, когда въезжают, выезжают. Там дальше пошел ресторан. Можно покушать как внутри ресторана, можно также заказать еду в номер, в бассейн. Вот эта вот табличка показывает температуру в каждом из бассейнов. Что хорошо в этом отеле, что бассейны открыты 24 часа в сутки. Вот, есть такой магазинчик, тут можно купить купальники, ну, всякие сувениры, шапки, очки. Ну и что-то там попить, мороженое. На территории отеля есть несколько банкетных залов. Вот вы видите один из них. Тут даже свадьбы проводят. Скажем, то, что нам интересно, кроме бассейнов, есть еще, по-русски говоря, парилка. Вот, но здесь парилка сухая, сухим горячим воздухом. Сауна. Там сейчас кто-то лежит, я не буду заходить. Ну, в общем, вот она есть. Сейчас там температура 120 по Фаренгейту. Если кому интересно, можете перевести в Цельсии. Смотрите, вот это вот замечательный главный бассейн. Он находится в центре всего места. Отель стоит таким буквой Г, скажем так, стоит. Вот одно крыло, вот второе крыло. Это главный вход, это ресторан. И, значит, один вот такой замечательный главный бассейн. Сейчас 7 часов утра, поэтому персонал все чистит, все приводит в порядок, чтобы мы проснулись и красиво, нарядно пошли купаться. Вот там вот еще один бассейн, он круглый. Все бассейны с бурбулками, то есть их можно включать, и они будут гнать воздух, будут гнать воду, чтобы делать водный массаж и получать удовольствие. Но иногда, когда очень жарко, когда вот, например, как вчера 48 градусов по Цельсию, эти бурбулки, честно говоря, немножко напрягают, потому что в сочетании с горячей водой это немножко дурманит. Вот. Вода во всех бассейнах разная. Здесь всего 8 бассейнов. Из них два маленьких джакузи, можно назвать, так скажем, по-русски, не по-русски. Вот они вот такие маленькие. Тут можно, в принципе, впятером можно сесть. Тоже включаются бурбулки в нем. Включатель стоит. Вот. В этом году у нас вот такой замечательный номер с выходом прямо в бассейны. Но, честно говоря, стоит он дороже, а понт от того, что ты вышел прямо в бассейн, можно как бы и обойти по периметру, хотел сказать, пройти по корпусу и попасть в те же бассейны. Это, конечно, удобно выйти прямо в бассейн, но ночью шум от бассейнов может беспокоить. И вот, честно говоря, меня он беспокоил. Когда номер с видом на горы, тогда, скажем так, поприятнее. Вообще тихо, ничего не слышно. Вот эти вот бассейны, видите, он как Микки Маус с ушками. Я их называю Микки Маусы. Таких бассейнов три. Вот один,
прямо на выходе из корпуса еще один. Везде много резаков. Можно кинуться в тени, можно на солнце, но мы на них никогда не резали. Мы всегда по бассейнам лазим. Что мне нравится, что здесь их много. Видите, еще один Микки Маус. Бассейнов этих много. И можно переползать из одного в другой. Причем, учитывая, что температура разная, можно сначала нагреться, потом можно остудиться. То есть это прикольно. Вот. И вот третий Микки Маус. Всего 8 бассейнов получается. Вон спрятался еще один джакузи. И когда я начинал свое видео, вы могли видеть, что вот там расположен еще один круглый. Вот. Почему нам нравится, я уже сказал. Самый главный плюс этого курортного места – это минеральные источники. Такой замечательный вид. Правда, здесь как-то, ну, рабочая зона у них. Но на гору полюбоваться можно. Можно выехать на машине, прокатиться. Там стоят ветряки дальше, которые вы могли видеть у меня в шорте. Вот. Сейчас абсолютно безветренная погода. Ветер начнет включаться ближе к 12 часам. Он будет такой тихий-тихий. Потом до 8 он нарастает. И в 10 будет опять спокойно. А вот эти вот пальмы, которые вы видите за рабочей зоной, там вот такой пустырь, потом стоянка и видны какие-то строения. Это отель от этой же компании, управляющий, но он не такой интересный. Там тоже минеральная вода, но, как вы можете видеть, все корпуса замыкают его по периметру в кольцо. Там нет никакого ландшафтного дизайна. Да, там есть зелень, есть пальмы, есть кусты, цветы, но все закатано в бетон, грубо говоря. И даже хоть и много бассейнов, минеральная вода, и он, в принципе, чуть-чуть дешевле, там, скажем, номер на 10-30 долларов дешевле. Но ощущение какое-то такое вот, ну, не знаю, какое-то, блин, как будто ты на плацу отдыхаешь. Вот такая маленькая информация, поэтому, кому было интересно, рад был с вами поделиться. Приезжайте, отдыхайте, если вы живете здесь. Вот, потому что, конечно, из Европы это далеко ехать, но, тем не менее, видели мы здесь и немцев, и канадцев, и про русских я не говорю, их здесь очень много, но они, скорее всего, все живущие здесь. Вот. Но многие спрашивают, типа, вы откуда там, из Европы, да, вот что, приехали отдыхать и все такое прочее. В общем, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Может быть, я засниму еще чего-нибудь про наш отдых или работу, или бла-бла-бла. Пока, увидимся в новом видео.